Короче, братуха, вот тебе, брат, четвертая часть. Так что, брат, вот такие вот дела. Посмотрел, братуха, короче, ролик, девятую часть. Ну, ничего, такая нормальная. Лайтовая такая версия, спокойная. Ничего лишнего. Такая нога тоже вылезла, там нога, блядь. Не, в целом отлично. Я тоже вот только вот сейчас на район приехал. С тех пор я вот только сейчас, прикинь, приехал на район. Я в 3 часа дня выехал. Полчетвертого был на садоводе этом гребаном. С полчетвертого я только почти 8 часов уже вечера. Считай. 4 часа у меня просто коту под хвост. Вот так вот, братуха, вот так вот. Целый день на суете был, устал, и, короче, турник, мурник, брусья сделали свое дело, походу. Все в отрубе, брат. Я че, я не понял, один должен отдуваться, что ли, за всех? Турок пропал, ты, короче, уснул. Все на мне, брат, все на мне. Надо, короче, брат, начать делать. Змея нет, змея труднодоступная чуть вещь. Ящериц ловить. Чисто вот эти языки жестких, языки на переплавку брать просто и сплавлять, короче, потом. Самый лучший вариант. Подожди, а чё, и хавать можно, да, языки ящериц? Можно закушать, брат? Я что-то первый раз слышу это. Бля, финиш. Пока братуха не определяет, можно или нет, мы уже сплавим, короче, братуха. А там уже делов не знаем. Нам мы продали, они купили. Товар возврату не подлежит, брат, ты же знаешь. Это же Россия, братуха. Спрос рождает предложение, или наоборот, предложение рождает спрос. Так что в любом случае, брат, мы будем на конях. А чё, из ящерицы шкуры? У них же тоже шкура бешеная бывает. Можно шубы шить, нет? Соболь, соболевая будет шуба, а у нас будет ящерицыная шуба. Бля, как раз этот, запатентуем этот бренд и будем здесь на пятачке, короче, багрить. Не, братуха, на шубы просто много надо ящериц. Лучше сейчас же лето, братуха, сандалии. Сандалии из ящериц будем продавать, брат. Я думаю, нормально будет уходить, улетать. У нас пару лаксов тоже возьмем, кто шьет. Процесс запустим и будем шкурками, короче. Сандалии, мандали, короче. Сабо, тапочки, сланцы. Все подряд, брат. Вот так вот, брат, вот так вот. Вот такие вот Ferrari по центру, брат. Вот так вот ездит. Вот такие вот дела с утра. С утра, брат, на парке культуры вот что происходит. Погода тоже сегодня, видишь, какая тоже пасмурная. Эти дни вообще пасмурные. Сегодня воскресенье, сегодня небудни, кстати. Вот такие вот небудни в Москве. Народу мало, парк культуры. Сейчас выйдем на главное, на арену. Какой вот интересный домик вышел. Вот эти вот на пятом этаже два балкона таких борзых. Видно этот, как его, по блату давали, наверное, эти балконы. Отсебячено. Как в восьмом доме прям. Вот если это было бы в восьмом доме в микрорайоне, мне кажется, уже все этажи были бы в балконах, в пристройках, в застройках.
Майбахи тоже стоят здесь в ожидании. В ожидании бедного человека стоит. Думает, когда же он выйдет, этот бедный мужчина или бедная женщина. Вот такой вот выходной денек сегодня. Кстати, Солярис хэтчбэк. Нет, это не Солярис. Другое что у нас. Ну, тоже Хундай. Не буду заострять внимание. Заострять внимание не будем. Так вот, Россия сегодня. Россия сегодня. Все, что происходит в России сегодня, вот на вот этом мониторе, мне кажется, можно будет увидеть в течение дня самый интересный момент. Новости у нас. Ну, вот там парк культуры. Форд у тебя на WhatsApp, брат. А тут вот он в жизни стоит. Вот такая вот дура, брат. Дура. Серьезная дура вот такая вот. С бешеной надписью такой. Вот так вот, брат, вот так вот. Все как у тебя, брат, кроме дисков. Твои диски, конечно, намного лучше, брат. Вот так вот, брат. Видишь, в Москве даже брат. Вот такая вот обстановочка. Вот такая вот обстановка. Площадь Ильича, Таганка, все дела. И у нас режим ожидания. Режим ожидания. Вот так вот в воскресный день, а суета. Суета серьезная. Ты сегодня, походу, занят конкретно. Что-то ты со мной не двигайся сегодня, брат. Без движения что-то ты сегодня, брат. Подтапливай газы, брат. Я, видишь, двигаюсь туда-сюда. Суета, брат. Вот так вот двигаемся. Сейчас, наверное, моторный. Попрям сейчас. Ну, собственно, она проехала. Сейчас проедем одну станцию и выйдем на... и окажемся на своем районе. Вот так вот, брат, я моторная. И подчёпали на эскалаторе.
все спрашивают про будни, говорят, вот это, если говорят, будни у москвича такие, то выходные какие. Вот такие вот выходные, ребята. Суббота, все прут куда-то. В ТЦ, с ТЦ, по магазинам, по рынкам там. Народ не сидит на одном месте. Вот такой вот поток на том эскалаторе вообще жесткий прям. Все такие задумчивые, уставшие. Москва, конечно, изматывает. Торговые центры вообще сильно изматывают. Тут сама вот такая обстановка там. Суета такая, все куда-то ломятся. За акциями, за скидками. И за всем остальным. Даже стоят, надоело нам. Подадим газу чуть. Ремонт идет. Уважаемые пассажиры, по вагоне поезда держитесь за поручни.